триллер вы заказывали, получили. Нервная концовка, но на табло 2-1 в пользу казанского «Акбарса» здесь, на арене «Металлург». Всех с победой! Идем в раздевалку. Меньшинство, самоотверженно, все четко. Пацаны, ну просто молодцы, красавцы. И еще, подождите, пока не будем поздравляться. У нас тоже большое событие еще, ребят. У нас еще не очень большое. И тут Игорь сыграл. И мы Пацаны сегодня бились до конца, тяжелая игра была, все молочки, и сегодня хочу лучшему дать майку. Great job, boys. 6 in a row is great. Good start of this road trip, so keep going, bud. Камиль Задолзянов, в простонародье КамАЗ, объясняет свой выбор. КамАЗ! Ну, хороший гол забил, играющий. А удалился? Да, забил им до конца. Я после ни одной смены не вышел. Отработан как раз. Ни одной. I think it was a hard game. I think they have a good team, but we are good too. You mean you the best today? No, I wasn't. He thought so, but not me. All the teams. Михаил Нильсонович Викстрем всем передает привет, говорит, что все сыграли хорошо, и то, что ему досталась третейка, это подарок от Камиля Фазлазянова. Вся команда была лучше. Евгений Юрьевич, вы согласны? Абсолютно с вами согласен. Сегодняшняя игра стала юбилейной для моего друга Артема Лукоянова. Я говорю, 500 матчей за один клуб – это значимая цифра, тем более без перерыва. И так хочется, конечно же, пожелать Артему не останавливаться, также продолжать стыкаться защитников. Заигрывать все стыки. Голы – это не главное. Голы – не главное. Но вот эта его работа приводит всегда к победе команды. Артем, удачи, удачи, еще раз удачи. Ой, вот матч, по-моему, запомнится навсегда. И твой 500-й. Вот вроде только приехал. А вы что, я не пойму, поменялись? Вот вроде только первый матч. Чего? А, мой первый матч? Мой первый матч был как против Магнитогорска, Металлурга. Выиграли? И 500-й матч сегодня против Металлурга, как раз, кстати, я сейчас вспомнил. И, конечно, победа. Отлично. Ну, не удалось забить, отдать, но играли неплохо. Вся команда такой знаменательный день, все-таки дата. Потому что меня не было. Мне 800. КХЛ? Нет. За Акбарс, да? Ну, будем стремиться к этой цифре, чтобы так же больше играть в этом клубе. Стремись, за 800 дойдешь. Всем спасибо, всех с победой. Увидимся в Татнефть-арене. Новосибирске. Новосибирске.